Итак, друзья мои, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Сегодня мы приехали в магазин, который называется PetSmart. Это магазин для животных, и там даже немножко животных тоже продают. И вот тут вот у них, видите, написано Pet Hospital, то есть там же лечат. Ну как, госпиталь, и так понятно, госпиталь, да, и вот там чуть дальше написано груминг, то есть там салон, подстригают собачек. Вот, в общем, идемте с нами вовнутрь. Вот такое огромное-огромное количество аквариумов здесь с рыбками всевозможными. Магазин довольно-таки большой. Очень много рыбок. Ну, таких, чтобы такое, что прямо сильно-сильно необычное. Смотри, честно говоря. Ага. Они растут. Ничего очень такого необычного, честно говоря, я не сильно вижу. Рыбки как рыбки у нас, в общем-то, все это тоже представлено в огромном количестве. Ну что, идем, доченька. Аквариумы продают. В общем, много, миллионы всяких отделов, да, отдельно. Для птиц, пожалуйста, для рыб, для кошек, для собак. Вот мы хотим купить вот такую кормушку. У нас колибри водятся. И вот можно купить такую вот какую-то кормушку, наливать им нектар, и они будут прилетать. Вот какую-нибудь выберем кормушечку. Ну, честно говоря, это мы не сегодня вот будем покупать. Мы сегодня просто приехали, нам надо для собачки, для нашей, кое-что купить. Вот, поэтому. А вот здесь вот представлены кошечки, которых можно как adoption называется, насколько я помню. Ну, это имеется в виду, что да, вот написано же, да, 3-step adoption, то есть это усыновить, удочерить, ну, короче говоря, взять себе. Вот эти котяточки здесь, такие хорошенькие, спят, устали. Ну, только кошечки, я смотрю, что-то собачек нету, наверное, может быть, собачки с другой секции. Вот тут такой рыжий кот, довольно-таки большой уже. Вот, и вот тут вот висит описание, в общем-то, животного. Все можно почитать. Вот, и вот эта комната, можно сюда, вот если вы решили, да, взять животное, то можно вот в эту комнату прийти, взять это животное, поиграться с ним, пообщаться с ним, то есть понять, как вообще вы себя чувствуете с этим животным. Там фотографии вот людей, которые брали этих животных, да. Вот, и, ну, в общем-то, понять, как вы себя чувствуете с этим животным. Хотите вы его, не хотите вы его, как животное к вам относится. Ну, вот такая секция именно для того, чтобы взять животное себе домой. То есть, в принципе, Соня, вот, подтверди мои слова, как говорится. Соня в этом магазине. Соня, да, Соня в этом магазине, она умирает, потому что она бы всех животных взяла, да, себе домой. Вот, в принципе, за 11 лет, ой, господи, что я говорю? За 11 месяцев нашего уже здесь теперь проживания мы ни разу не видели ни одного животного на улице. Ни разу. Я видела один раз. Где ты видела? Ящерица. А, ящерицу она видела. Это животное. Ящерицу она видела. Ну, в общем, я имею в виду, что ни кошек, ни собак, бездомных мы здесь не видели. Ну, в общем, вот так. Вот это вот и есть, в общем-то, груминг-салон. То есть, пожалуйста, тут вам собачкам делают все, что можно. Вон, посмотрите, какую можно красоту наделать. Покрасить в зеленый цвет лапки, ушки. Ой, боже мой, ну что только не придумают, господи. Посмотрите, что вытворяют с собаками. Смотри, Соня. Ой. Да. А вот тут фиолетовый хвостик у нее. Боже мой, лапки фиолетовые. Интересно, сколько это все стоит удовольствия. Ну, вот так вот, видите, вот пристегивают за ошейник собачек. Боже, вон там маленькую какую стригут. Соня, идем посмотрим. Боже, посмотрите на это. Это вообще Манюська.
стоит, боже, не шевелится. Она ее так за лапки держит аккуратненько. Стоит Масечка. Ой, смешно, не могу вообще. Ну вот, не знаю, честно говоря, сколько стоит. Нам, слава богу, стричь ничего не нужно. У нас собака гладкошерстная. Вот, но в принципе всякие услуги. Вот такой вот салон. Вот давай такой салон для собачек. Соня предложила покрасить Бонни. Ты хочешь издеваться над своим животным, Соня? Да? Вот еще одну собачку там несут. Ага, и они тут им и ноготочки стригут, и, в общем-то, ну, все услуги. И маникюр, и педикюр, и все, что хочешь, и все, что... Так, ребят, вот что хочу показать вам. Во всех магазинах, ну и особенно так как сейчас мы находимся в магазине для животных, да, и везде-везде стоят вот такие вот, вот hand sanitizer. То есть, Сонь, покажи. Это такая как пена. Ну, вот здесь пена, где-то гель, где-то такая как жидкость. В основном пена. В основном пена, вот Соня говорит. Подошел, ручки вот так вот вытер, помыл салфеточкой, если хочешь, вот это сухие салфетки. Вытер салфеточкой тоже ручки и вот сюда эту салфеточку выбросил. То есть все чистенько, аккуратненько, все как бы так, как нужно. Соня, что ты там уже нашла? Ну, естественно, Соня сейчас начнет для Бониты скупать миллион всяких. Не, Сонь, это нам не... А, ты себе? Я себе. Тебе идет очень. Я знаю. Там скидки. Хорошо, идем. Очень большой магазин, очень-очень-очень-очень. Всего, чего только нет вообще. Конечно, для животных. Тут у меня складывается такое ощущение, что животных любят больше, чем людей. Ну, вот такие всякие штучки. Ну вот, на самом деле, я хочу вам показать, зачем мы сюда приехали, в этот магазин. Вот мы периодически в Уни нашей покупаем вот такой вот breath fresher, то есть освежитель дыхания, скажем так, да. То есть вот нарисовано, что и для кошек, и для собак подходит. Просто добавляешь в водичку, и собачки с зубками все хорошо, и, в общем-то, свежее дыхание. И стоит это вот... Сейчас скидка какая-то, 7,19, стоила 8,99. Ну, в общем, вот за 7,19 мы это и берем. Ну, естественно, миллион-миллион всяких, ой, всяких-всяких-всяких приспособлений. И вот везде-везде, обычно продают вот эти вот пакеты одноразовые для того, чтобы убирать за своими собачками. И вот такие вот штучки, они пристегиваются. У нас есть. Да, ну у нас есть тоже это все. Они пристегиваются к поводку. Да, вовнутрь кладется вот такой пакетик. И вот ты всегда гуляешь с собачкой, да. Вот, вот так это все вместе выглядит, да. Вот. Ты гуляешь со своей собачкой, и у тебя всегда с собой есть пакетик. Ты всегда можешь убрать за собачкой, как бы. Ну, тут это с этим делом строго. Вот. А это кадр из фильма «Малефисент». Вот, оказывается, как в Голливуде придумывают костюмы и декорации всякие. Вот Соня нашла себе рога из фильма «Малефисент». Теперь Соня у нас. Капец. Это вот продают здесь вот такие, я не знаю, что это. Это хаска. Это для собак грызть. Это хаски. Почему именно хаски, Сонь? Это для любой собаки. Нет. Может быть. На, держи. Это или вот такой вот булли-дог. Ну, держи. Ну, понятно, не для нашего тойтерьера, конечно же. Не, ну, сам факт, да, вот, пожалуйста. Та-дам! Соня с рогами. Ха-ха. Да, что только тут, конечно, не продают. Я как посмотрю, но я не представляю себе вот это. Это что, как это грызть вообще все собачкам? Тут кости прям реальные такие какие-то. Причем это денег, ребята, стоит. Посмотрите. $29, 19, 17. Это такие удовольствия не дешевые, я бы сказала. Вот ты говоришь, чего хаска. Вот. Вот. То есть они их нереально разгрызть. А как... почему именно хаском? Это именно волчьи. Да ну, я не думаю, да. Что... О, боже, вот же написано себе. В общем, короче говоря, что только тут нету и... И все это не очень все дешево. Вот, вот, смотри. Потому
что именно вот эти вот для... Вон какие цены, волкова. Посмотрите, $30 косточка для собачки, с ума сойти. Да, ну в общем вот так вот.